В Югре временно закрыли 15 торговых центров, 11 больших магазинов уже возобновили работу. Напомню, массовые проверки торговых центров начались еще весной после страшного пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Тогда погибли больше 60 человек. Об этом говорили сегодня в Ханты-Мансийске на публичном обсуждении по надзору на территории региона. В Югре на противопожарную безопасность проверили 600 мест общего пользования. Это не только торговые центры, а также и кинотеатры, детские досуговые учреждения, спортивные объекты. Особое внимание уделяли на противопожарную безопасность. В результате было выявлено более 8 тысяч нарушений на территории всего округа. Устранены половина из них. Мы направляли материалы в судебные органы, эти объекты приостанавливали. Но сейчас из 15 объектов, которые были приостановлены, 11 уже эксплуатируются. Судами принято решение о досрочном прекращении запрета на эксплуатацию ввиду устранения нарушений, которые были ранее выявлены. Еще 4 таких объекта пока осталось, но и там сейчас ведется работа по устранению всех нарушений.